Американцы – это народ, который любит проводить свое время на свежем воздухе. Будь то пешие походы, езда на велосипеде, может быть, верховая езда на лошадях. Главное – провести время на свежем воздухе. Для того, чтобы его организовать, можно воспользоваться специальными сайтами. Здесь вы можете найти как рейтинг этого путешествия, так и место, описывающее в картинках и комментариями путешественников. Меня зовут Светлана Петер, я живу в Сан-Диего, штат Калифорния. И мы также сегодня спланировали свое время на открытом воздухе. Поехали вместе с нами! Будь то это короткая прогулка по асфальтированной тропе, или работа в городских условиях, или поход к месту, доступному лишь нескольким американцам, делают пользователи этих троп, путешественников, хайкеров, счастливыми людьми. Watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Вообще по Америке больше 40 тысяч миль различных троп, трейлов, хайков, которые могут использовать для отдыха американцы. И даже там, где в прошлом тропы были ограничены или их вообще там не было, то сейчас эти тропы являются важной инфраструктурой качества жизни американцев.
Сегодня у нас новый хайк. Как он называется, Коля? Не знаю, на в телефоне, смотрите, телефон. А телефон меня снимает сейчас. Да, какая-то там тропа, короче, интересная. Какой-то пик. Пик, мы идем на гору. Сегодняшнюю нашу вылазку мы практически не планировали именно куда-либо мы идем. Мы знаем, что здесь много хайков, и поэтому мы направились именно в это место. А это место называется Маунт Лагуна. Далее хайки мы выбрали чисто интуитивно, и получилось, что наш хайк называется Гранат Пик. Чуть позже мы узнаем, почему он был так назван. Честно говоря, температура больше 32 градусов. Достаточно жарко. Напоминает Анзабарегу, пустыня. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Грамотные путешественники всегда интересуются, что нужно подготовить к их походу. Мы, конечно, это не смотрели, потому что мы и не планировали в это место сначала. А на сайте было сказано, что нужно подготовиться, что когда вы выбираете, какой сезон вы посещаете, зима, это лето или весна, нужно подразумевать, что здесь будут ветра сильные, либо зимой здесь может быть различная погода, как в виде снега, так и дождя, либо дождя, переходящего в снег, с сопровождением ветра. Ну а так как сегодня 32 плюсом по жаре, а еще и на открытом солнце, мы точно не замерзли. Ну и воды нам хватило только-только, успели вернуться обратно к машине. Дорожка. Они такие, ха, сейчас попались. Коля, да, надо кричать громко, мало ли эти львы пойдут. Эй, львы, мы идем. Маршрут этот считается средней сложности. Кругом окружают поля, горы. Разные растения тебя радуют и удивляют. Хочется разобраться в некоторых из них. А виды вокруг просто на миллион. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. Too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us.
Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor. Прогуливаясь по этим тропам, так и думаешь, ведь кто-то же это придумал, именно идти сюда, именно в этом направлении. И оно все так сочетается хорошо и плавно с природой, и с возможностями человека. А вообще американские врачи рекомендуют и поощряют такую деятельность, как пеший туризм. Мы все прекрасно знаем, что если человек хорошо отдохнул, значит, он и хорошо будет трудиться. Результативно. Как мне нравятся вот эти фактурные сочетания. Garnet Peak Trail называется. А вот и название. Garnet Peak Trail. Это позади нас осталась дорога. Вот, а идем мы наверх. Вот сюда. Кульминацией нашей прогулки является восхождение на пик Гранат. Открывается панорамный вид на Маунт-Лагуну. Зрелище впечатляет. И вот уже стоя наверху, на каменистой горной породе кирпично-красного цвета, ты понимаешь, почему же назвали этот пик «Пик Гранат». А потому что здесь добываются драгоценные камни, которые называются «Альмандин». «Альмандин» в переводе «Гранат». Эта прогулка в сегодняшний день была очень жаркой, и когда мы поднялись на пик, мы просто долго отсиживались, чтобы отдохнуть от подъема.
Подъем оказался очень душным и тяжелым. Но добравшись до машины, мы включили кондиционер, и через минут 10 вся усталость прошла. Кто знает, что это за дерево? Дерево ростом по колено. И вот тут есть отгадка, которая лежит на земле. Что это? Правильно, это желудь, а значит, вот это дубок. Тут шапочки от них остались. А вообще этих дубов по колено вся дорога усеяна. Все вдоль дороги. Дубочки побольше тут. Усталость прошла, а впечатления остались надолго от этих красивых видов, от того, что ты получил еще заряд бодрости. Ну и по дороге нам встретились несколько туристов, которые также нам пожелали хорошего дня. Мы обменялись приятными пожеланиями, и путешествие было великолепным. И впереди нас ждала длинная дорога домой. Друзья, спасибо, что вы были вместе с нами в этом небольшом пешем путешествии. Думаю, что получили тоже приятные моменты с нами, зарядились энергией, а также наверняка вы захотели также попутешествовать где-либо. Поэтому я вам желаю выбрать прекрасный маршрут, получить такие же незабываемые впечатления и, конечно, мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч!